Я приветствую вас на нашем канале «10 лучших островов для отдыха». Видео снято в формате 360 градусов, и вы можете кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. В последнее время ютубовское железо не в состоянии переварить тот объем роликов, который к ним поступает. И чтобы решить эту проблему, они искусственно начали занижать качество воспроизводимого видео. Видео снято это в формате 4К. Если оно сейчас не соответствует этому, зайдите в шестеренки, настройки, в качество и выберите то качество, которое позволяет ваш компьютер. Я продолжаю рассказывать про Мерису и напоминаю, что пляж Мериса представляет собой три лагуны, разделенные небольшим скалистым холмом, выдающимся в океан под названием Скала Попугая. К сожалению, основной пляж, который находится с правой стороны от этой скалы, он самый большой, в нем купаться не очень комфортно. Там появляются большие волны, и нас одна волна так перевернула, что нам пришлось даже обращаться в поликлинику. И в основном все ходят на два маленьких пляжа, которые находятся левее от этой скалы. Там более-менее комфортно купаться, при этом там можно встретить черепах. В этом видео я покажу дорогу до этих пляжей, что они из себя представляют. И еще раз хочу напомнить, что видео в формате 360 градусов и позволяет вам поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Море по колено. Теперь только как встать с нее.
по-моему, там каникулы. Вот эта лагуна нам больше всего понравилась. Практически нету волн и есть черепахи. А вообще мы на Шри-Ланке были на трех пляжах: Бентота, Унавотуна, Мириса. Если между собой их сравнивать, то на последнем месте это Бентота. Там огромные волны и спасал нас бассейн в отеле. На втором месте я бы поставил Мирису и на первое место, конечно, Унавотуна. Он, в отличие от всех вот этих пляжей, практически не имеет волн. Большое разнообразие разных кафешек и цены ниже, чем в Мирисе. И самое главное, то, что рядом находится историческая достопримечательность, как Форт Гале, где можно посмотреть, помимо того, что там огромное количество разных кафешек, вплоть до европейской кухни, и также очень много магазинчиков, которые продают брендовую одежду по дешевой цене. И, кстати, мы там видели самый дешевый зеленый чай, который продавался в Шри-Ланке. После Мирисы сядем на тук-тук, доедем до Эллы, посмотрим хороший интересный городок, прокатимся на поезде по знаменитому маршруту Элла-Новорелия, обязательно советуем. Мы заранее купили билеты на поезд в вагоне второго класса с местами по маршруту Элла-Новорелия, Новорелия Канди и Канди Коломбо. За два этих билета мы отдали всего $26. После Эллы у нас будет Новорелия. Посмотрим чайные плантации, фабрику по производству чая, водопады. Далее сядем на поезд, доедем до Канди. С Канди до Дамбулы на автобусе. С Дамбулы до нашего отеля, он находился недалеко от Сигири, на тук-туке. Поднимемся на скалу Сигирию. Вернемся в Дамбулу, посмотрим
пещерный храм, золотой храм. С Дамбалы до Канди вернемся, посмотрим храм Зубабуды. И очень интересную, не историческую, но очень интересную достопримечательность, называется Амбулавава. Это храм четырех религий. Вернемся в Канди, на поезд, до Коломбо и домой. Помимо этого, на нашем канале вы можете увидеть Филиппины, остров Баракай, Сибу, Палаван, также Мальдивы, острова Тоду, Околос, Разду, Мативели, Фериду, Маалос, остров Фуладу в Атолле Баа, Мафуш и несколько резортов. В Таиланде мы были на полуострове Пхукет, Рейли, острова Пхи-Пхи, Колипи, Сингапур, остров Сентоза. Планируем Бали, Сейшелы, французскую Полинезию. Как видите, впереди много интересных видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!